Так, на центральной улице Крымская солнце теперь будет светить и ночью. Здесь специалисты ЖКХ меняют цветовые растяжки зимней тематики на летнюю. Солнце, чайки и морские волны – узнаваемые символы курорта. Новые декоративные конструкции сделаны полностью из светодиодов, что существенно увеличивает срок службы и значительно экономит электроэнергию. Уже сегодня с наступлением темноты центральная улица города озарится яркими огнями, что, безусловно, придаст ей праздничный вид. Всего на Горького установят 14 светодиодных конструкций. А в 12-м микрорайоне на 100-метровке продолжают облагораживать территорию. Здесь две бригады рабочих укладывают новую плитку. Все работы будут завершены в ближайшие дни.